tietenkin erittäin tyytyväinen, että voitettiin. Vieraspelit on aina vaikeita tässä sarjassa. Ну, я очень доволен, что мы сегодня победили. Выездные матчи в серии в КХЛ всегда очень сложные. Erinomainen alku tänään. Päästiin pari kertaa ylivoimalle ja tehtiin molemmista maalit ja saatiin sitä kautta niin kuin peli haltuun. У нас сегодня было отличное начало. Мы получили пару возможностей сыграть в большинстве, реализовали их. Соответственно, после этого имели возможность контролировать ход игры. Mut sit toinen ja kolmas erä, otettiin liikaa jäähyjä ja oma 5-5 vastaan pelaaminen vähän sekos, mutta hyvä alivoimaa ja erittäin hyvä maalivahtipeli. Во втором, в третьем периоде начали брать удаления лишние. Это повлияло на игру 5-5, стали хуже, стали терять контроль над матчем, но очень доволен нашим меньшинством, а также игрой вратаря сегодня. Спасибо. Спасибо. Юрий, с победой. Спасибо. Ну, у нас обескураживающее начало. 4 броска, 2 удаления, из них 3 гола. Потом вроде игру выровняли, пытались забить, но мы очень плохо играем на чужом пятаке. Отсюда у нас 0 голов. Ну, если 3 броска, 2 гола, как не поменять? Ну, плохо начал. Надо было что-то менять, поэтому поменяли. Как оцените новичков команды Николенко и Козловского? Я могу сказать, что Николенко смотрится неплохо, и Козловский сегодня потерялся. Николенко, Козловский. Принесут ли они усиление команды? Да мы для этого, в принципе, и брали. Молодые должны бегать, сейчас потренируемся, посмотрим там.